Уральский государственный педагогический университет является региональной инновационной площадкой. И в рамках региональной инновационной площадки мы реализуем 3 проекта. Это педагогическая интернатура, педагогические классы и 3-е направление, которое направлено на гражданско-патриотическое воспитание. Вот сегодня мы хотели бы сделать акцент на педагогические классы. История возникновения педагогических классов в настоящее время. Это прежде всего дефицит молодых кадров, это с одной стороны. И с другой стороны, мы хотели бы, чтобы и к нам, и в дальнейшем в школы шли замотивированные, заинтересованные молодые педагоги. Если говорить о педагогических классах, то на данный момент они реализуются в 4 округах. Первоуральск, Североуральск, Березовский и Талицкий городской округ. У нас обучаются ребята 10-11 классов, и в рамках данного проекта мы реализуем разные мероприятия. Ну, например, вот в ноябре 2017 года у нас проходил форум молодых педагогов, и на одну из секций мы пригласили представителей педагогических классов. 27 февраля 2018 года мы подводим итоги конкурса «Эссе. Что значит быть современным педагогом». Работы отличались эмоциональностью, искренностью. Работы были очень глубокими. Действительно, каждый из детей, который представил свою работу, показал вот свое видение современного педагога. И на первом месте, вот что хотелось бы отметить, первым пунктом в этих работах у них стояла любовь к детям. Это очень важно. В своем эссе я отразила проблемы, которые существуют сейчас, проблемы миграции. То, что педагог должен быть настолько мобильным, чтобы мог он донести не только для обучающихся Российской Федерации детей, но и для детей, которые приезжают, эмигрируют, и им тяжело освоиться. Мы не только как учителя должны просто учить и вкладывать знания, но мы еще должны и понимать, и с точки зрения психологии находить подходы. Нам бы очень хотелось, чтобы учащийся или студент вот в этом потоке, да, достаточно активном, жизненном, смогли остановиться и вообще призадуматься, а какими качествами должен обладать современный педагог.